Какая ель лучше, живая или искусственная? Те, кто больше предпочитают первый вариант, часто идут в лес, чтобы срубить себе зеленую красавицу к Новому году. Вот только люди часто забывают о том, что это запрещено. В преддверии праздников сотрудники лесной охраны проводят рейды под названием «Елочка». Наша съемочная группа отправилась в Малаховское лесничество и узнала, как пресекают любые факты незаконной вырубки елей и сосен для новогодних праздников. Вот сейчас у нас 38-й квартал, вот здесь у нас 10 гектар посажено. Вот вероятность, хороший подъезд. Вот 53-й квартал, тут больше 15 гектаров. Сергей Дроздов знает весь участок Малаховского лесничества как свои 5 пальцев. 2800 гектаров земли, из которых 100 засажено соснами и елями, находится под его пристальным надзором. Накануне новогодних праздников работа, направленная на сохранение леса, ведется в усиленном режиме. С 11 декабря проходят рейды по выявлению незаконной вырубки живого символа Нового года. Проверки начинаются с самого утра и заканчиваются поздним вечером. В рейдах у нас участвуют и помощники участковых лесничий, инспектора и старший участковый лесничий. Также у нас участвуют в рейдах и администрации, какие-то лица присылает администрация, и сотрудники полиции. На сегодняшний день пока ни одного нарушителя закона не выявлено. Это связано с большим количеством елочных базаров, широким выбором искусственных деревьев и, конечно, серьезными штрафными санкциями, которые накануне праздников будут очень не кстати. Штраф от 5000 – это примерно елка высотой метр, метр полтора. Если, естественно, будет спилено две елки по метру, метр, метр полтора, то это уже будет дело передаваться в полицию, так как это уже ущерб нанесен государству и более. Стоит отметить, что Малаховское лесничество не занимается реализацией новогодних елей и не сотрудничает с предпринимателями. Вся деятельность направлена исключительно на лесовосстановительные работы. Поэтому любой ущерб, нанесенный зеленым насаждением, повлечет за собой наказание. Луиза Егязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.